Всех приветствую, продолжаем знакомиться с художниками, скульпторами, их работами и биографией. Педро де Мена и Медрана, испанский скульптор. Педро де Мена родился в Гранаде в августе 1628 года, был учеником своего отца Алонсо де Мена, а также Алонсо Кано. Его первый успех был достигнут в работе для монастыря Святого Антония в Гранаде, включая фигуры Святого Иосифа, Святого Антония Падуанского, Святого Диего, Святого Педро Ментары, Святого Франциска и Святой Клары. В 1658 году подписал контракт на скульптурные работы над хорами Кафедрального собора Малаги. Эта работа длилась более 4 лет. Другие работы, включая статуи Мадонны с младенцем и Святого Иосифа в Мадриде, многоцветные фигуры в церкви Святого Исадора, Магдалены и Гертруды, церкви Святого Мартина, распятие в Мадриде, статуэтку Святого Франциска Ассизского в Толедо и Святого Иосифа в церкви Святого Николая Мурсии. Мена отправился в Мадрид в 1662 году. Между 1673 и 1679 годами работал в Кордове. Около 1608 года был в Гранаде, где выполнил поясную Мадонну с младенцем, сидящую для церкви Святого Доминика. Был чрезвычайно религиозным испанским художником, скульптором. Упорно боролся за то, чтобы его сделали членом инквизиции. В конце концов, он стал членом в 1678 году, что дало много преимуществ ему и его семье. Во-первых, это означало, что Педро де Мена был публично признан чистокровным. Однако самое главное, что гарантировало Педро де Мене и его семье свободу от уплаты налогов. В 1679 году тяжело заболел чумой, однако ему посчастливилось выжить, хотя и с несколькими длительными побочными эффектами. После этого решил доверить свою мастерскую своему ученику Мигелю Феликсу де Заясу. Болезнь Педро де Мена привела к тому, что до конца своей жизни он был ограничен только помощью мастерской, создавая несколько рисунков и эскизов. Умер в Малаге, городе, где он провел большую часть своей жизни, где у него была скульптурная мастерская в течение 30 лет до своей смерти в 1688 году. Его умение лепить обнаженные фигуры было замечательным. Как и его непосредственные предшественники, он преуспел в изображении созерцательных фигур и сцен. Вот такое описание нашел в интернете о испанском скульпторе Педро де Мена и Медрана. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.